Однажды я всего лишь ехал по дороге домой и ничего не предвещало беды. Но случилось то, что случилось. Я оказался в этом незнакомом для меня мире. Здесь все не так. Здесь нету привычного нам понятия времени. Здесь нет привычного нам понятия тела. Здесь есть только твой внутренний мир, который выплескивается наружу через призму реальности. Я долго пытался найти выход, но тут не существует такого понятия, как вход и выход. Есть только вечный тлен и осознание того, что ты здесь навсегда. Успокаивает лишь то, что я не один такой.